Вторая, хорошо. Работает безопасно? Да, вот, идите сюда, все как видите, так и есть. Даня, посмотри. Вы меня где-то слышите? Рядом животное есть? Что нет, нету. Ничего нету, никого, все безопасно. Вот то, как видите, как сейчас видите? Безопасно работаете. Работаем шею. В реальном времени. Шею. Что надо, то делаете. Массивное кровотечение. Как видите. Рваная рана на руке. Рваная рана, хорошо. Что с вами случилось? А? Собака покусала? Частоту дыхания проверь. Кровенаполнение. Больше двух секунд. Больше двух секунд. Больше двух секунд. Хорошо. Частота. 5 раз за 10 секунд. Такого. 5 за 10 — 30. Накладываем воротник, проверяем. Воротник. Пожалуйста, да, пожалуйста. Проверяйте, проверяйте. Показывайте. Первое готово. Надо кричать, что ты готов. Наложен жгут. Время. 23. Кислород. Нет, все. Время. Время. Сколько времени? Время. 23.10. Область паха не трогаем, в области паха нету ничего. То есть 23.10 вы сказали и все. Записали. Пишем. По-настоящему? Наклей телекопластырь, напиши. Телекопластырь. Аускультативно. Грудная клетка, осмотр грудной клетки. Визуально, как видите. Лечую. Пальпаторно. Целое. Визикулярно. 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 А? Визикулярно. С собой это да. Сердце. Да, частые. Периферический доступ. Нет, периферия. Не открываем вот этот, перекрываем великопластырь, но открывайте систему. Делаете все, как в реальном времени, когда так не вскрываете. Кислород 15 литров. Вы меня слышите? Слышит, стонет. Слышит, стонет. Поднимите руку, глаза откройте. Кислород 15 литров. Глаза открывай, открыл. Кислород принят. Только маску одеваем. Рано? Рано. Расскажите, что произошло, пожалуйста. Пульс оксиметрия. На кислороде 96. 96. Только включите, я хочу посмотреть. Здесь рваная, здесь рваная. Вижу рабочий. Кожные покровы. Холодные мокрые. Внутрикостные имеем? Если имеете, показывайте. Я не знаю, имеете, не имеете. Вот. Внутрикостный, вот. Целое. Куда ставим внутрикостный? Показывайте. Достаем. Все, достаем. Так. Не, его не надо доставать. Шприц. Да нет, мы это, достать показать, что шприц. Есть. Давай, 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 давай. Не было его здесь. Куда вводим? Про рассказывайте, куда точка. Бугристость. 20 метров вниз и вверх. Мы сейчас вам окажем квалифицированную медицинскую помощь. 2 сантиметра вниз от бугристости. Все будет хорошо. И 2 сантиметра вверх. Сантиметр вверх. Сделали, поставили. Как? Вот, только скажите сам процесс, вы будете ставить его. Я буду его ставить так. Сам процесс, как вы будете... Показывайте, правильно, не надо открывать. Показывайте, как вы ставите. Сам без того. Давайте. Септик, антисептик. Так. Обработали. Так. Перед этим посмотрели. Так. Же, бугрись. Так. А? Ставьте правильно, как вы будете ставить. Запишу второе время. Так. Вставляем. Так. Дальше. Убираем заглушку. Так. Нажимаем. Так. Держим, нажимаем. Так. Дальше. Потом промываем физраствором. Показываете, как? Вот вы, физраствор. У вас здесь есть? Вы здесь руку держите, вот так, как вы стояли, вот вы держите, держите так, ждите. Вы меня слышите? Объективно. Этот самый, повязку сюда положи, коллоид, гидроколлоид. Гидроколлоидная синяя, Данил.
синяк он. Первая готова. Три, четыре. Сейчас мы вам поможем, подождите, мы вам поможем. Три, четыре. Гидрофилонную распечатываем, наклеиваем. Сделаем. Не надо, положите. Не, что сделали? Вы расскажите, как вы делаете это. Открываю. Я тоже слышал. Дальше нажали. Нажали. Накладываю. Вот этой стороной. Не так вытаскиваем, аккуратно движениями. Как это правильно? Ну, не знаю, рассказывайте, я что чувствую. Там-то нормально делаем. Движениями, вращающими движениями. Убираем. Иголку фиксируем, иглу фиксируем. Дальше. Нормально. Промываем физраствор. Что вы делаете? Да, старше. Я хочу услышать. Туда, обратно. Я посмотрю. За себя есть кровь. И вводим туда физраствор. Если я говорю, что ее нет. Вводим все равно. Хорошо, поехали дальше. А так, дальше. Инфузия. Ставим инфузию на триохлориду. Инфузия на триохлорида. Здесь есть посторонние люди, которые... Никого нет в зале. Давай. Компрессион. Компрессионку. На триохлорида 200 ставим. Струй на будущем под давлением. Доставай, выкидывай. Давай. Ранексамовая кислота. Со временем... Так, пока накладывается осмотр живот пальпаторно. Мягкий. Таз. Целый. Нижние конечности. Не знаю, смотрите. Флакон под давлением нагнетаем. Целый. Срезаем. Качаем. Срезаем. Вторая нижняя. Срезаем, значит срезаем. Защита. Режем одежду. Только аккуратно, живой человек. Аккуратно. Плохо, что его здесь не было. Дай ножницы. Помню, что живой. Осторожно режем, пожалуйста. Аккуратно. А дальше? Чтобы носки лишние не смотрели. Тихо. Остается 2 минуты. Тронок сам набирай. Осмотрели нижние конечности. Так как видите. Тронок сам достаем, показываем, но его не набираем. Набираем, если есть физиология, просто ампутируем. Хорошо. И говорите, тронок сам, какой объем будете вводить? 1 грамм. Делайте, доставайте. Вы свои так, 1 грамм. Тут срезаем. Да, только помните, что живой, там дальше уже лицо пошло. Александр, покажите мне, что у вас Сангера. Вон там он стоит. Так, есть. Ложите рядом его просто, набираете физиологию, шприц. Вы меня слышите? Откройте глаза. Реагирует, В реагирует на отвращение. На боль, да, реагирует. На боль. П... Глаза открывает. Руку можете поднять? Не поднимаю. Ножницы аккуратно, потому что эти ножницы такие опасноватые. Набираем, как положено, в шприц. Только не разрешу свою. Дальше, что ты делаешь? Показывай, все как положено. Сангеру. Куда вы вводите это все? Расскажи. Мы вводим сангеру внутрикостный доступ. Хорошо. А вы вставили литр физраствора? Води. То есть выливаем рядом все. Все делаем как нужно. Води физраствор. Физраствор води. В систему. Принято. Все. Дальше. Давление. Контроль давления. Меряете? Сколько времени осталось? Одна минута. У вас 1 минута осталась здесь. На данный момент. Это самое укрывало, да? Пепа с коляком должна открывать 12 баллов. Нет, принято. Голодно сидит.
щит. Измеряю АД. Да, АД меряем как положено. Та манжета, которая у вас сейчас лежит, она не дает измерению, потому что она не застегнута. Почему она не застегнута? А вот не сидите нормально. А теперь накачайте, чтобы я видел, что я накачаю. Спускаем, 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 спускайте. 100 на 50. 100 на 50, хорошо. Поворачиваем на щит. Стоп, секундочку. Вы работаете дальше, пациент она будет отнести туда. Делаем это все аккуратно, но помните, что пациент должен быть там. У вас время идет, здесь уже нет, а туда идет. Все манипуляции, которые вы проводите уже здесь, вы зачет не идут. Я понял. Безопасно уложен на щит, безопасно его перевернуть. Хорошо. Так, поворачиваем. Все, готов, Паша. Раз, два. Не забываем свои вещи. Да. Раз, да. Два, три. Да. Спина. Это спина. Чисто? Мужчины, эти манипуляции не вас мотор не ведут. Грузим, давай, погнали. Просто безопасно грузим. Все, замазали. Если так можно. Раз, два, три. Перевел. Сейчас фиксируем. Вот и все. Дыхание. Да, пробовал. Подожди, пасторов они дали. А что, мы сейчас тоже? Мы это тут? Да. Дальше. Нет. Завел? Да. Завел? Представник твоей команды, да? Завел. Пиши, не могу. Готов. Готов. Паша, где? Команда работает. Ну, не говорят, что это салат убило, потом... Центр? Да, отправляйте, центр. Центр есть? Собирай. Боковые пошли. Собирай. Взял? Ну, мы-то, конечно, даем вам, может, вы баллы будут платить. А, потом же клюк рассылают всем. Центр. Да, да, да. Это можно будет рассылать. Тяну? Давай. Тяну? А там что, давай. Тяну? Мы вяжем все. Моя первая. Мы вяжем все. Нам вяжем все. Вяжем все. Вяжем все. Вещи, 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 тонометр, не забудь. Саш, вещи в одном месте. Потом к портеру. Втроем зашли? Да. Я сейчас эти вещи, за ними нужно будет вернуться. Хорошо. Это время идет в общий за счет. Берем, берем все. Только держи. Помните, что надо аппарата кинуть. Конечно, конечно. Саш, вы по бокам, я сзади? Да. Еще сумка дала. Секунда. Секунда. Где сумка? Вот сзади вас. Сумка. Паш, сумка дала, блин. Железо взяли? Да. Сейчас, подожди. Это остается. Это остается? Да. Ну все, это до того остается тоже. Раз, два, три. Стали. Стоп. 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 Пошли. Олег, вещи остаются, будут возвращаться. Нет, вещи не остаются. Нет, вещи не остаются. Я не устал. Оставь, да? Оставь, пошли. Все, погнали. Вещи остаются. Сюда, левее, левее.